Добрый день, меня зовут Александр Бавтриков, я режиссер спектакля «Ехай» по пьесе Нины Николаевны Садур, называется она тоже «Ехай». Вот. Мы сегодня, буквально несколько минут назад, закончилась у нас постановка, спектакль. Я считаю, с успехом она прошла. Да. Актеры под впечатлением, зрители под впечатлением. В общем, такая получился такой прекрасный, по-моему, впечатление у всех от этого действия, которое здесь. Но мы уже здесь были, вот с некоторыми актерами, именно здесь, в Бутырке, вот в этом зале. Это было где-то в сентябре, по-моему, месяце. Ну, а сейчас мы уже играли непосредственно спектакль. Тогда мы только договаривались, узнавали, смотрели эту площадку. А здесь уже как раз сейчас и произошел спектакль. Все под большим впечатлением, потому что, ну, что греха таить, никто в таких помещениях не играл. То есть именно где отбывают наказания. Поэтому у всех как бы такое настроение совершенно приподнятое. Вот другое как бы в театре это было. Конечно, здесь много, там можно было бы какие-то прожектора, какие-то эффекты сделать. Сейчас тут этого нету. Но вот сила как бы актерского воздействия, я думаю, что она как раз появляется вот в таких обстоятельствах, когда нету ничего. Вот. Ну и как бы мое-то вообще впечатление, что эта вещь как бы очень, ну, благородная, чем вот, непосредственно просто в театре. Потому что, ну, тут как-то открываются какие-то душевные как раз вещи, которые где-то, может быть, в профессиональном театре немножко подзакрыты. Мы когда начали ставить эту постановку и осуществлять, мы, конечно, не думали, что мы приедем именно сюда, в Бутырку, начнем показывать людям, которые отбывают наказание. Боже, сохрани, такого и не было в мыслях. Но а те вещи, которые в материале находятся, они, ну, на мой взгляд, они как бы философские. И там вот эти вот философско-фантасмагорические такие вещи. Потом, ну, у Садур вообще в драматургии это есть. И когда ты начинаешь соприкасаться с материалом, то, естественно, вот вскрывается эти еще больше. И хочется их, ну, приоткрыть еще больше, чтобы вот это все увлекало. Поэтому я думаю, что, ну, материал вот, он здесь вообще как бы, он открывается. Вот, не только как бы в театре там, например, а здесь как бы непосредственно вот в таком плане. Вот, и люди как бы, естественно, здесь они могут задуматься о каких-то вещах, которые где-то скрыты в глубине души. Потому что, ну вот у меня актеры говорят, я сейчас играю, доигрываю, вижу, ну, у зрителей слезы. Говорит, это у меня, говорит, потрясло до глубины души. Я говорю, ну, ради этого, говорю, и, в общем, и существую. Ради того, чтобы у кого-то была какая-то слеза, кто-то о чем-то задумался, потом через некоторое время опять вспоминал и об этом спектакле. Дай бог, чтобы это было так.